В столице Крыма, Симферополе, сильнейшие ливни. Привокзальная площадь в центре практически ушла под воду. Затопил подземный переход в районе центрального рынка. Бригады спасателей помогают жителям откачивать воду. Ливни, грозы, шквалистый ветер метеорологи обещают еще в течение суток. МЧС призывает граждан по возможности не пользоваться личным транспортом и не пытаться проехать через озера, которые образовались на улицах. Но многие все-таки продолжают рисковать. Правда, нервы в такой ситуации и особенно мотор должны быть надежными.